я сегодня решила отдохнуть, потому что ночь очень плохо спала. Очень. Я прям полноценно уснула, наверное, где-то в 8:30 утра. Ой, поэтому сегодня не особо активно в социальных сетях, но только так решила к вам сюда выйти, заглянуть. Ой, конечно, реально, более ощутимо сокращается матка, в отличие от первой беременности. Это прям очень больно. Я вот попросила, мне сделали укол. Еще там пока что выписали свечи. Но самое главное еще, что у меня не было разрывов. А в первую беременность 4 сантиметра, по-моему, разрыв был. Вот. В целом все нормально, но пока что у меня не прошла изжога и заложен нос. Вообще, знаете, мне кажется, я готова к третьим родам. Это самый лучший роддом. Просто. Я здесь Давидика рожала. И вот после моих первых родов я поняла, что если рожать детей, то только здесь. Это, ну, просто санаторий. Вот правда. И самое главное, что здесь, вот когда идешь рожать, вообще можешь не переживать по поводу того, что если вдруг там что-то пойдет не так, здесь вот, ну, как бы в любом исходе, при любой ситуации тебе поможет и всегда поможет. Помогут и всегда все наготове. Просто приходи и рожай. И все. Я очень рада, очень счастлива. Конечно, видок у меня такой немножко уставший, но в целом состояние реально классное. Просто нужно выспаться и все. Единственный момент, это просто у меня долго шло раскрытие. И все. А родила я, девочки, где-то, наверное, за 3 минуты. Ну, прям... Причем я такая лежу, приходит Татьяна Олеговна, смотрит, говорит, так все. Уже рожаем. Быстро такая, давай тушься. И я даже не поняла, как я родила. Вообще. Короче, восторг.